Радий представити нашого ранкового гостя, постійного експерта, тренера з публічних виступів Сергія Стужука. Доброго ранку вам. Доброго ранку. І так, сьогодні говоримо про публічний виступ. Скажімо так, як зорієнтуватися на потреби свого слухача? Оскільки, якщо ми себе продаємо аудиторії, то треба знати, чи захоче вона купити і якими ми маємо бути, щоб вона з нас захотіла купити. Що для цього треба? Я хотел бы сразу сказать, что я, честно говоря, не люблю слово «продавать себя». Вот так, мы да? понимаем, что мы не физически его продаем, но тем не менее этот термин сейчас бытует. Я хотел бы сказать, что мне больше нравится продавать свою экспертность. Вот так. Оно звучит круче, и вы уже не раб, вы уже специалист, который частичку себя дает людям. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами о том, что как готовиться к успешному публичному выступлению, как сделать так, чтобы это было не трудно, как сделать так, чтобы это было эффективно и за небольшой промежуток времени. На самом деле люди зачастую не готовятся к публичным выступлениям, либо это делают вечером перед выступлением, которое будет завтра. И я сегодня дам вам четких несколько инструментов, которые вы сможете использовать. И самое главное это что? Первым инструментом здесь является настрой. Обычно этого не знают. Мы в большинстве своем не любим публичные выступления. Руководители считают, что это та нагрузка, которая не оплачивается и не нужна. Угу. Как же готовиться, что нужно делать? Учитывая... Мы заштовхуємося зі свого боку досить часто, коли запрошуємо в гості. І думають, ось, та навіщо воно нам треба, ці нерви, прямі ефіри? Почему я? Да, все. Як часто я чув у відповідь, та пошукайте когось іще. О, от. И здесь главное поменять настрой, потому что то, что у нас не получается, то, что нам не нравится, мы к этому отталкиваем во времени это. Как само событие, так и подготовку к нему. Мы не хотим убирать на чердаке, мы не хотим убирать в подвале, нам не нравятся экзамены. Но если уже есть дата четкая, то тогда уже мы отталкиваем не саму дату, мы ее не можем оттолкнуть. Экзамен в декабре, студенты, вы знаете, да? И все равно он будет. Но мы отталкиваем подготовку к нему. Уже думаем позже, сегодня возьму, завтра. Свята остання ніч. Именно, именно так. Поэтому потом удивляемся мы, почему к экзамену мы готовы не очень хорошо. Почему мы плохо выступаем. Именно потому, что мы готовимся в последний вечер. Поэтому, как изменить настрой? Нужно уметь обмануть свои мозги, то подсознание. Вспомните, как вы готовитесь к чему-то хорошему. Вы знаете, что через месяц у вас будет замечательная должность. Вы через 2 месяца едете в самое замечательное путешествие, в самую замечательную страну, которая вам нравится. Будете вы готовиться? Конечно! Вы же будете смотреть, где, что можно купить, как вы себя поведете. Красивые если это... плавки. Да, смотрим карту и так далее и тому подобное. Вот этот настрой нужно запомнить и к таким настроям отнестись к вашему публичному выступлению. Потому что начать готовиться нужно сразу после того, когда вы узнали, что вы будете выступать. Что для этого нужно делать? Потому что в любом случае аудитория будет разная, и не всегда мы можем даже знать, какая там будет аудитория. Прежде чем мы должны изучить аудиторию, следует поставить цель. И поэтому настрой, второй блок – это цель. Вы должны поставить цель своего выступления. Этого не делают большинство выступающих. Мне сказали, я выступил. Какая цель? Ну, сказали же. Все. Если люди ставят цель, зачастую это делают неправильно. Частые ошибки понравятся, вызвать удовлетворение у аудитории, рассказать о качественном своем товаре, сказать, что наш товар самый лучший. Наша партия самая лучшая, я классный. Рассказать о себе. Это не цель. Цель формируется одной фразой. Что сделает аудитория после того, когда вы закончите выступать? Что они сделают? Глаголом. Проголосуют за вашу партию или должны проголосовать. Купят, да? Купят товар. Вот. И когда вы нацелены на именно это, тогда и у вас подготовка к выступлению пойдет гораздо лучше. Следующий этап, как вы сказали, правильно, нужно изучать аудиторию. Обязательно. Какие вопросы можно задавать? Лишних вопросов здесь нету. Какой пол, какой возраст, политические воззрения, материальное положение. Именно от этого и будет зависеть. Ни один военачальник не начнет битву, пока не знает, сколько у него людей, сколько людей у врага, как они вооружены. Ни один врач не начнет вас лечить, пока не поставят диагноз. Ну, в наших больницах могут. Мы не знаем, что у вас, но купите вот список лекарств. Да, может, что-то и поможет. А что у меня? Не знаю, но купите. Что-то да, поможет. То есть здесь очень играет большую роль. И самое главное, да, конечно, потребности, ценности. Но чаще всего я хочу сфокусировать внимание наших зрителей, что позаботьтесь о том, чего боятся ваши люди, чего боится ваша аудитория. И когда вот вы сможете уже это знать, у вас уже выступление будет гораздо лучше. Вот у нас есть цель,
У нас есть аудитория, но очень важно еще знать инструменты. То есть мы берем инструменты, при помощи которых мы эту аудиторию заставим сделать то, что нам нужно, добиться нашей цели. То есть у нас три составляющие вот этого. Цель в середине. Здесь у нас аудитория, здесь инструменты, при помощи которых мы их заставим туда. Что такое инструменты? Это все что угодно. Это в первую очередь ваши аргументы и факты. Это ваши шутки. Это плакаты, слайды, техника, зал, костюм, все что угодно. Это все влияет на аудиторию. Если вы это подготовите, у вас будет все очень здорово. Надо это сделать. И мы еще, обратите внимание, мы еще не начали собирать материал, мы еще ничего не сделали. Нам сказали, мы изучили аудиторию, поставили цели, и мы подобрали инструменты. Мы себя пока озадачили. Да. Самое главное, что прежде чем мы идем дальше, мы должны посмотреть, можем ли мы эту аудиторию заставить поступать так, как нам надо, при помощи этих инструментов. Если пляшут вот эти три составляющие, тогда мы идем дальше. Что дальше? Дальше вы знаете, сбор информации, интернет, YouTube, книги, информация от людей. Мы собираем блок, большой блок. Но самое главное, мы не делаем того, что делают большинство людей, которые готовят плохие выступления. Что они делают? Они копируют текст, они создают огромную простыню, и потом ее немножко уменьшают, и считают, что это подготовка к выступлению. Иногда бывает просто готовят слайды. Этого недостаточно. Это неправильно, потому что мы знаем, что успешное выступление – это не когда вы читаете, это когда вы выступаете и рассказываете. Самое простое ваше выступление, обычный рассказ, именно так выглядит современное выступление, гораздо больше повлияет, а не умные слова, как вам кажется, в книге. Дело в том, что маленький секрет еще. Устная речь и письменная речь, она находится в разных частях головного мозга. И если вы будете рассказывать так, как классно написано в книжке, аудитория заснет. Даже если вы выучите этот текст, мы с вами учить его не будем. Более того, мы даже не будем его писать. Это второй секрет. Мы должны его рассказывать. Мы должны набросать определенные моменты, набросать, о чем мы будем говорить, и тогда выступать. И когда у нас уже есть информация, что мы, о чем мы должны говорить, какие аргументы и факты, мы собрали эту информацию, мы ее не записываем. Мы ее не печатаем, мы проглянули, просмотрели ее, сделали, и после этого мы должны прийти к следующему этапу. Мы должны написать план. Какие виды планов? Планов много. Что хотелось бы отметить? Первое. План можно сделать таким образом, как мы делали, как мы писали сочинение. Сложный. Римский 1, 2, 3, и второй или третий, он разделяется на подпункты. Мне он меньше нравится. Мне нравится больше другой план, который просто идет нумерация. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сколько должно быть? То есть такие тезисы определенные, да? Даже, я бы сказал, еще упростить. Не тезисы, а может быть слова, либо картиночки. Я, кстати, покажу сегодня пример этого. Как я делаю и как делают большинство успешных спикеров. Мы должны подумать, что мы скажем в начале. Мы уже знакомы со структурой, с нашими зрителями. Что мы скажем в конце. Что мы скажем в середине. Когда будет предложение продающее. И как мы готовим к этому аудиторию. Мы должны включить, где мы будем вставлять шутки, какие мы будем вставлять истории. И это играет большую роль. Я хочу сказать, что показать пример, как у меня была ошибка, когда я готовился. Я выступал в университете 3 года назад, и я готовил к этому аудиторию. Я рассказывал истории Николаева. Замечательный подвиг казарского, Меркурий, который победил 2 турецких корабля. Маленькая суденышка, это была великолепная победа. Я настолько был восхищен этим, у нас здесь улица в Николаеве, и хотел рассказать, что даже замечательный писатель Рафаэль Сабатини написал это в своих замечательных, популярнейших книгах про капитана Блада. И я вижу, никого восхищения не вызывает. Никто не говорит, кто такой Блад, никто не говорит, кто такой Рафаэль Сабатини. И я понял, что этот аргумент, спит, да? Он не касается их, он никак не восхищает. Я просто аргументы подставил не под ту аудиторию. Молодежь, даже чуть постарше люди, не знают. Вот как действовать, если вот, ну, не зашло то, что мы приготовили? Как в этой ситуации тогда реагировать и что делать? Как реабилитироваться? А на самом деле аудитория нормально к этому относится. Если вы дали аргумент, он прошел мимо, у вас арсенал, у вас не один аргумент. Никогда не нужно опираться на один аргумент. Более того, мы должны опираться на разные ценности людей. Тут на его кошелек, тут на его моральные ценности, а тут, допустим, на будущее видение человека, на его страхи, как мы уже говорили. И этих несколько аргументов, вы один, второй, третий, вы по ходу будете видеть, что заходит, что не заходит. Но вы не ошибетесь, если у вас арсенал, а не один патрон. Нельзя идти с одним патроном, вы можете промахнуться. План.
Еще есть план, вариант такой, как научная работа пишется. Те, кто мои коллеги-преподаватели, которые писали или пишут кандидатскую и докторскую, знают, что начинается она с проблемы. То есть мы называем проблему. Потом мы говорим, какая актуальность этого вопроса, которым выступаем. Потом мы показываем свою экспертность. Мы говорим аналитику, что мы разбираемся в этой теме. И потом мы даем решение. Вот четыре таких пункта. Актуальность, проблема, экспертность и решение. Это играет большую роль. Людям нужно это сделать. Что еще хотелось бы сказать? Когда у вас вот это готово, вы должны продумать, какие вопросы вам зададут. И подготовить на них ответы. Эта тема у нас была отдельная, на ней останавливаться не будем. Но это обязательно подумайте. Самый сложный вопрос, если вы его заранее предусмотрели, вы к нему подготовили какое-то выступление, ответ хороший, он уже не будет для вас опасным. Ви до нього готові, і ви вже ждете цей вопрос. До речі, друзі, відразу ми весь час вас переадресовуємо на попередні записи. І після сьогоднішнього нашої розмови, ця розмова буде в Ютубі, і відповідно під нею зможете знайти посилання на всі попередні розмови. Ну і звичайно ж, заходьте на телеканал Миколаїв, в Ютубі канал, і шукайте за ключами успішний виступ або ж Сергій Стужук. Знайдете усі наші попередні розмови, ну і звичайно ж, зможете підготуватися за планом. Так, що в нас ще є? Самое главное, вот теперь самое главное в конце, последний, седьмой пункт подготовки, это тренировка, репетиция. На самом деле... Сам на сам, чи перед кимось? В идеале, чем ближе к тому выступлению, которое у вас будет, тем лучше. Почему? Обычно эту стадию вообще пропускают. Я подготовил, у меня же хороший текст, пляшет, здорово, выходит, читает плохо, рассказывает, как-то не лепится, бывает не ложится какой-то термин, словосочетание. Поэтому вам нужно прокрутить минимум 2-3 раза. Если это очень важное выступление, желательно это сделать в том зале, где вы будете выступать. Желательно, чтобы кто-то смотрел ваше выступление. Все ваши огрехи сразу в этот момент выйдут. И вы проговорите, это будет здорово. Но на самом деле можно вообще просто проговорить это, идя по улице, дома, перед кошкой, собакой, женой, мужем. Главное это сделать. Нельзя научиться танцевать на пальцах. Нельзя научиться карате, когда ты смотришь приемы. Вот здесь вот так, здесь вот так. Этого крутой не получится. Прием, да. Мы это понимаем. Так почему же мы к выступлениям готовимся вот таким вот образом? И мы никогда не готовы постоянно. Мы готовим к выступлению, мы пишем на коленке, через 5 минут выступать, а мы еще черкаем. Разве не так? Так вот, получается, что вы должны себе просто поставить четкий план. На план я потрачу полчаса. Вы садитесь, в течение получаса сделали план. Потом на подготовку я потрачу 1 час. Сами себе устанавливайте, сколько у вас есть времени, столько вы тратите. Час закончился, все. Потом вы должны его прокрутить. Вот и все. Поэтому играет роль настрой, ставим цель, изучаем аудиторию. Мы подготавливаем инструменты, пишем план. Думаем, какие вопросы нам зададут и ответы, прокручиваем, и вот будет ваша подготовка. Другого варианта нету. Чем больше вы прокрутите, тем это лучше. Именно проговорить, чего мы обычно не делаем. Приоткроем секрет профессионала. Я смотрю, у нас есть здесь план как раз нашего сегодняшнего разговора. Если мы говорили, да, там, писать и так далее, еще от вас прозвучало графически. Покажем нашим телезрителям, как можно еще вот для себя прорисовать. Да, друзья, смотрите, я специально сегодня подготовил план, по которому вы бы могли бы подготовиться к сегодняшнему выступлению, на который опирался сегодня я. Может быть, камера сюда покажет ближе, будет более удобно. Вот, видите, ни одного слова нету, не надо предложения, вы не будете читать. Но это для меня понятно, вы видите наше, вот у нас вон, настроение, цель, люди, мы инструменты, план, вопросы, и здесь мы должны провыступать. Вот у нас обычный план из 7 пунктов, о котором я вам говорил. На самом деле важно, чтобы это было понятно для вас, не надо много писать, потому что вы не будете это читать. То есть надо плавать просто в теме, как рыба в воде, и все будет круто. Тогда бояться особо не будете. Если, друзья, вы хотите реально уметь подготовиться к классному выступлению, чтобы вы не просто тратили на это силы, а вы получали удовольствие от вашего выступления, я приглашаю к себе на курсы. 13-14 января, арт-центр театра. Если у вас есть желание, если вы реально хотите быть более экспертным, иметь конкурентное преимущество перед своими оппонентами, я вас буду ждать,
І ми з вами будемо працювати дуже добре. Ось так, друзі. Ну що, дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Вкотре ми розбираємо публічні виступи, як підготуватися до них. Вкотре нагадую вам, що або ж на нашому Фейсбуці, або ж в Ютубі, шукайте попередні розмови, готуйтеся. Ну і будемо сподіватися, що будь-які ваші публічні виступи завжди будуть успішними. Найголовніше, готуйтеся і прислухайтеся до порад професіонала.